Теперь у берега Сабуровки новая жизнь и большая ответственность. Он связующее звено между Саратовом и новым аэропортом. К этой пристани будут причаливать суда с пассажирами Гагарина. И по новой дороге на автобусе попадать из речной гавани в воздушную. День открытия пристани совпал с экспериментом. Волонтеры с саратовского автовокзала проделают путь до Сабуровки на автобусе, а обратно по реке. Совместно с администрацией Саратовского муниципального района была создана инфраструктура для возможности причаливания судов. То есть был создан нестационарный причал, причальное устройство, к которому имеется возможность подхода судов вот, даже класса «Москва». Москва, 62 места. Для обеспечения доступности причала в Сабуровке тоже ведутся масштабные работы, то есть создание подъездного пути. Сейчас большинство поставленных задач уже пройдено. Одна из сложностей на данном участке – наличие газопровода низкого давления, который пришлось выносить за пределы участка. С этой задачей успешно справились в кратчайшие сроки. Обустройство идет за счет средств местного бюджета, включая причальную стенку. Стоимость работы, значит, 19 450 54 тысячи. Конкурс отыгран, подрядчик работает с опережением. Качество выполняемого дорожного покрытия соответствует всем требованиям, которые предъявляются к этим видам работ. Значит, в плановом порядке, значит, мы к следующему воскресенью здесь, значит, стол дороги будет заасфальтирован. Вот средства как бы местного бюджета. Депутаты районного собрания откликнулись, и мы, выполняя поручение Вячеслава Викторовича Володина, синхронизируем, в общем-то, свои работы с работами, которые производятся за счет федерального и регионального бюджета.